Здорово. Еще раз. Перчаточки прилепил. Угу. Ты что, куда? Нет пока, Владимир Иванович. 500 рублей могу дать. Давай. А ты куда опять? В магазин. И что там? Колбаски возьму. А что дома не сидишь? Сидел. Лежал. Полежал? Угу. Холодец надо варить. Башку разделал, теперь холодец варить? Ну ты хоть варить умеешь? Ну да. И как надо правильно? Давай. Что делать, как варить? Мясо, чеснок, смесь перцев, сало, язык, мозг. Сварю, мясо отделю, кости собакам, в чашку налью. Давай 500 рублей. Чего нальешь в чашку? Холодец. И остынет. Так он же должен застывать, стоять. Да. В холодильник поставлю. Холодильник все сделаю. Сразу нельзя ставить в холодильник. Ну да. Давай 500 рублей. Да пойдем сейчас, да. Ну пойдем домой, сейчас зайду туда. Что делал сегодня? Решал. И все? Угу. Тебе привет от подписчиков, Владимир Иванович. Угу. Сказали, пускай так и будет. Сейчас все будет, дядь Володь. Только я с тобой не пойду. Угу. Я пью. Некогда мне пока. Здорово. Сейчас, Владимир Иванович, сейчас выйду.